Привет всем! С наступающим новым учебным годом! А что это у меня на заднем плане? А это я, пока мыл посуду, дал задачу Свете найти все делители числа 100. Вот, надо сказать, что она справилась с задачей блестяще. Но как? Как она это делала? Ну-ка. Светочка, а как ты, например, проверяла число 4? Ну, я вот проверяла и считала от четверки до 100. Ну вот как, давай, считай. Ну, да. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96, 100. Прекрасно. И так прям все числа, да? Да. Или все-таки, например, 52 ты не проверяла? Ну, 50. Проверяла или нет 52? Не, просто 50. Ну вот как, например, знать, что 52 не делитель числа 100? Можно это понять сразу? Можно, потому что только 50 плюс 50 равно 100, а больше 50. Все числа, они получаются, они уже больше 100. Ну, в смысле, сложить, да, их друг да. к другу? Ну да. Поэтому можно проверять только числа до 50. Но на самом деле есть способ это сделать гораздо быстрее. Вот, и сейчас я тебе о нем расскажу. Вот, он связан с тем, что мы раскладываем 100 на множители. Ну, в общем, сейчас мы к этому приступим. И всем советую с детьми возраста 1-2 класс уже заниматься именно вот этими вещами. Ну, в основном не всякими шутками, прибаутками, а именно делимостью. Это вот следующая стадия. Вот так. Всем привет!